На перекрестке по улице Парковой устанавливают светофор. Эта развилка одна из сложных. Чтобы выехать на главную дорогу, необходимо пересечь две полосы. А с учетом интенсивности движения в этом районе, водителям приходится подолгу стоять в пробке. Часто здесь случаются аварии. Комиссией по безопасности дорожного движения было принято решение сделать перекресток регулируемым. Светофор уже установлен, в ближайшее время его подключат и настроят. По информации Управления жилищно-коммунального хозяйства, здесь будет организован и пешеходный переход. Сейчас проводятся благоустроительные работы, продлевают тротуар.